Попытка была одна. Ладно, ребят, надо заканчивать эти игры и начинать нормально играть, включаться по полной. Всем привет, друзья! Саня здесь, и сегодня я не один. Мы будем играть в заказного со Смувом. Смув, привет! Всем здрасте! Дима, сейчас мы будем проверять, что тебе научили там в US. Так, в Гарлем Глобтроттерс. Я и так до них умел много. Умел? Ну, сейчас мы проверим это. Смотри, правила такие. Я бросаю, попадаю, ты повторяешь. Неплохое правило. Как тебе? Это первое правило. Ну, играем в хорс, американцы. До 5. До 5. Минус 5, короче. Хорошо, -5, если по-нашему, да. Хорошо. Мы будем это все делать без данков, так как Дима сегодня не может прыгать. Ну, как-то так. Да. Кто начинает? Начинаем мы, начинаем, конечно же, из гостя. Гость будет первый бросать. Даю тебе эту возможность. Давай. Начинаем. Поехали. С центра площадки. Слава богу, центр площадки тут очень близко, так сказать. Начинаем с моего коронного. Ну, неплохая попытка. У меня есть получше. Я буду бросать от штрафной линии задом. Ну, спиной. Как говорит Дима, проголосуйте вверху экрана, попаду ли я. Остановите и проголосуйте. Оу! Из первой попытки! Пахнет первой буквой. Это не страшно. Первое, так первое. Ну что, едем дальше. Наверное, просто треху, так как я проиграл, не попав одну треху, ну или две. Бросим просто треху. Да, так точно. Твоя очередь, Дим. Я не согласен, это легко, да. Сейчас бросает Дима. Ну, что ты придумал? Давай ты сначала будешь говорить. Я без слов. Без слов? Ну давай. Оу, щит! А, идея неплохая, надо будет реализовать. Попробуем, что там эти глобтроттеры делают, да? Из-за спины, из-под ноги, из-под двух ног. А, блин! А мог забить? Сейчас покажу 15. Давай. Крутить-то умеет, а, как говорится, не включил клепку. Надо с другой стороны бросать. 1-1, да? По одной букве. Дима думает, с какой стороны ему забить. Пока вы можете перейти по ссылках в описании, поддержать его подпиской. Не знаю, ли уместна эта реклама, но, ну, типа, все так делают, и я решил тоже сделать. Ну. Давай, Сань. Что будешь бросать, Дим? Я навешу себе из-за спины, из-под ноги, только не данк, а просто лояб забью. С другой стороны кольца. Вот так. Ну ничего, сейчас. Что-то подобное будем делать. А, экзамен на координацию. Это будет коряво, говорю сразу. Это будет промо, я сразу говорю. Так, конечно, я не знаю. Какое слоумо? Давайте, слоумо. Да, давайте, как говорится, проголосуем в комментариях. Это вообще считать или нет? Потому что, ну... Я думаю, считать. Но я же забил. Это как бы медленнее, но я просто не тренировал этот элемент тогда с канала. Ладно, где мы сняли это просто, ну, в 0.25 скорости. На 360 из-под ноги. Просто. Ну, я думаю, это просто. Ну,
Это просто сразу, на координацию, так сказать, ну. Было так задумано. Да. Может быть, у меня получится? Сейчас проверим. Да. Опа. Это было неплохо. Ладно, ребят, надо заканчивать эти игры и начинать нормально играть, включаться по полной. Сейчас Саня опять промажет, и потом мы начнем забивать. Как говорят у нас в Гарлеме, тут попытка была одна. Что, двумя руками? Надо одну выбивать. Что ты двумя взял? Вот здесь. Считать или не считать? Ну давай, ладно. Одной забить? Да, давай одной забивай. Но я же загадывал одной. Все, считаем. Давай, третий. Дима, что ты будешь забивать? О, шит! Планировалось чуть не то, но и так сойдет. Так, что забил? Я забил вот так. И вот так. И вот так. Да, и вот так. С руками было похоже. С руками было один в один. Ну давай, по две. Будем считать по две. Не знаем, кто выиграет. Ладно, поехали. Мы же все равно знаем, кто выиграет, правильно? Это ж, ну... Проголосуйте вверху экрана. Саня, у Ютуба ограниченное количество голосовалок, понимаешь? Ты уже вставил слишком много. Будем голосовать вверху. Проголосуйте вверху, я сейчас забью или нет. Поехали. Голосовали? Так, мы сейчас будем забивать мяч с пасом через кольцо, стоя с этой стороны, а забивать будем стоя. Ну, я придумал, я креатор. Примерно так же, только чуть поинтереснее. Вот я туда кину. А ну давай. И вот так. Oh, вот это уже похоже на нормальный бросок. Клуб-троттера или обычного? Обычного Дмитрия из поселка Слобожанского. Ну, три, да? Одна плюс одна, ну три. Ты сначала забил задом, поэтому давай до конца я буду забивать тоже так, чтобы тебе было комфортнее. Давай. Смотри, будет вот такой бросок. Бросаешь. Ты проскакиваешь сюда. Ты бросаешь сюда. Так, сейчас без всяких голосований. Просто мы берем и треху бросаем вот с такой позиции. Но мы можем поворачиваться. Так, голосуйте, я справа. А чё? Ты не вовремя сказал. Ты заржал на 30 градусах. Справа, вверху, вот тут. Вот тут голосование, вот здесь.
мы продолжаем нашу сходку из подногих бросков глобтроттеров. Оу! Меня возьмут в команду? Возьмут? Моим же оружием. Нет. Давай с самого угла поляну. Давай. Это сразу же. Ну, я это мой бросок, да. Это твой бросок, конечно. Четвертая буква. Так. Ну и последний. Ты его, походу, забивал только в своих снах. Вообще комплект. С ним батут там человек прыгает. Вот. Батут. Классно. Человек прыгает. О, щит! Ты забивал подобное? Да, конечно, у меня во дворе 10-метровый забор стоит, я тренируюсь каждый день. Ну все, я домой, короче. Да ладно, шучу. Шутки за 20-ку. Я пытался. Если бы забил со сходом, считалось бы. Все же он неугомонный, никак не угомонится. Как не угомонится это Рома? Сидя со штрафа. Позвонить. Давай забиваю трешку. Так. И забиваю с обратной стороны. Ну хорошо. Понты не доводят до хорошего, вы знаете. Да, да. Давай трешку сидя на коленях, поможешь? Да, да. Оу! Ты посмотри на него. Это будет точкой? Это будет точкой? Сюда иди. Победа, победа. Еще ждет реванш. 1-1. Мы будем играть в следующих видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Дайте мне знать, понравилась ли вам эта рубрика, поставив много лайков, много комментов. И я буду приглашать еще больше знаменитых и крутых гостей в свои видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами был Саня. Увидимся в следующих видосах. Пока.